О том, что в этом учебном учреждении к физкультуре отношение особенное, видно издалека. Велосипеды и самокаты для его воспитанников не редкость, а самое что ни на есть – предметы каждодневного обихода. Главный же повод для спортивной гордости в яслях саду в агргородке Обухово – свежий отремонтированный бассейн и, конечно же, большой спортивный зал – настоящие плацдармы для занятий разными видами спорта. У нас замечательный музыкально-спортивный зал 200 квадратных метров и шикарный бассейн. К 30-летию детского сада мы получили замечательный подарок от нашего СПК имени Ильи Петровича Синько – ремонт бассейна. Дети рады, кричат «Ура!», потому что новые условия еще больше подогревают их интерес к занятиям плавания. Наш детский сад не обходит вниманием и районный исполнительный комитет. К 30-летию нашего учреждения мы получили шикарный подарок в виде степов, степ-платформ. И вы можете сегодня увидеть занятия на степ-платформах. Наши дети очень любят заниматься, а родители восхищены, увидя способности своих детей. Такому бассейну, впрочем, как и спортзалу, можно только позавидовать. И не только теплым полам, свежему ремонту, да степ-платформам, но не в меньшей степени интересным занятиям, которые здесь проводятся под руководством одного из самых опытных руководителей физического воспитания в районе Елены Романовны Геда. С 89 года я работаю в Обуховском детском саду. И вот уже 30 лет я хожу сюда на работу, прихожу в зал и в бассейн и вижу глаза наших ребят, которые от меня ждут чего-то интересного, нового и увлекательного. Елена Романовна Геда работает в нашем детском саду 30 лет. 30 лет. Это замечательный, во-первых, человек и, конечно же, педагог. У нее высшее образование, высшая квалификационная категория, и она постоянно работает над своим самообразованием. Она ищет какие-то новые технологии, методы, приемы для того, чтобы детей приучить к здоровому образу жизни и чтобы им было интересно. Физическому воспитанию должно уделяться столько же внимания, сколько и умственному. Я считаю главным сделать так, чтобы ребенку было интересно. И только тогда он будет заниматься физкультурой, и только тогда ему захочется подражать своему наставнику, когда этот наставник будет рядом с ним на протяжении всего занятия и точно так же участвовать самым непосредственным образом от начала и до конца в занятии. Мои дети так и делают. Три десятилетия Елена Романовна предана одному и тому же учреждению образования – яслям саду в Обухово. На ее занятиях тренировались все местные дети. И, конечно же, не одно поколение сменилось за эти годы. Теперь ее первые воспитанники приводят уже своих детей к любимому педагогу. Она является на протяжении долгих лет руководителем методического объединения руководителей физического воспитания дошкольных учреждений Гродненского района. Очень щедро делится своим опытом, публикует его в средствах массовой информации, в частности в журнале «Пролеска». Это очень творческий педагог. Дети любят занятия физкультурой, плаванием. И за свою деятельность Елена Романовна награждена грамотами, почетными грамотами управления образования, районного исполнительного комитета, совета депутатов, областного управления и Министерства образования. Это заслуженно уважаемый и детьми, и коллегами, и родителями воспитанников педагог. Заслуги наставника – это в первую очередь успехи учеников. Но чтобы из маленьких, только перешагнувших порог яслей сада воспитанников, вырастить физически крепких и многоумеющих выпускников, Елене Романовне приходится немало усилий прикладывать. В детском саду – это не в школе. Дети маленькие еще. И когда я перестаю их учить и что-то им показывать, они точно так же замирают.
И если в бассейне иногда им говорю, не хочу я вот опустить свой нос в воду, и показываем детям, клюньте носиком водичку, а они мне точно так же показывают. Детский сад – это особенная аудитория ребят. Здесь важно внимание, понимание, любовь к детям. Ну, в зале я не только добрая и улыбчивая тетя. Я строгая, заставляющая думать детей, поддерживающая их, направляющая и помогающая им добиться каких-то результатов. Ну, для этого я им, наверное, отдаю всю свою душу, свою любовь, свои знания. И хочу научить ребят тому, что я могу сама. Мы идем на физуту и будем там заниматься. А еще у нас можно прыгать на мячиках к Елене Романовне. Мы будем за сайки прятаться, мячики оббегать. А потом еще следы запутывать. Движение – кладовая жизни. Любовь к физкультуре не появляется у детей ниоткуда. Для того, чтобы она зародилась в столь юном возрасте, да и потом, по мере их роста, не исчезла, наставник должен владеть не просто множеством профессиональных приемов, разнообразными творческими наработками, но еще и всегда гореть желанием передать свои знания детям. Ребята, сегодня мы с вами поиграем в сказку. Посмотрите, что у вас сегодня тут лежит? Мячики. На что похожи наши мячики? На колокол. На часы. Еще на что? На колобка. А еще на что? На колобка. Ну, на колобка я поняла. На что? На солнышко, мало, на колесо, умницы, вы так много знаете. Я являюсь воспитателем средней группы, и мои дети с удовольствием посещают занятия физкультуры, утреннюю гимнастику, бассейн. Они, когда приходят в сад, первый вопрос у них, когда у нас будет физкультура, когда мы уже пойдем на зарядку, а сегодня бассейн у нас будет? Елена Романовна очень такой творческий человек, она всегда на занятиях использует музыку, что помогая детям набраться какой-то энергии, позитивом на целый день. Еще Елена Романовна старается привлекать родителей к своей работе. Сегодня, ребята, я хочу, чтобы наш мячик был похож на колобка. Колобок от кого убежал? Точно! А давайте мы этому колобку поможем! Елена Романовна очень грамотный, эрудированный, творческий специалист. Она активно взаимодействует не только с воспитателями дошкольного образования, а также с музыкальным руководителем Татьяной Владимировной Примако, которая помогает ей подобрать музыку к занятиям физической культуры. А чтобы нам было веселее в пути, нам музыка будет играть! Жизнь требует движения. В этом саду физкультура сродни творчеству. Совместная креативная работа всех педагогов и дает такие плоды, когда каждое занятие желанное для детей и познавательное, похожее скорее даже не на обычный урок физкультуры, а на спектакль или сказку, где у каждого ребенка своя важная роль. Катился, катился колобочек, прикатился. И вы спрячетесь за колобочком. Все ищут себе свободного колобочка, прячемся. Вот так, играя в этом саду, дети и учатся любить физкультуру. Понимание же, насколько она нужна и важна для нормального развития и роста, придет позже. Елена Романовна в этом уверена. Ведь она тоже в свое время полюбила физкультуру благодаря своему любимому учителю. За колобочком гонится лиса! Давайте будем путать следы! Прячьтесь! Если начать с самого начала, то, наверное, я скажу о своем детстве. В детстве я была очень любознательным ребенком, интересующимся многими вещами. Я посещала музыкальную школу, я ходила в танцевальный кружок, но когда
в 6 классе организовалась у нас спортивная школа, и я попала туда, наверное, это и предопределило мой выбор. Нас тренировал очень грамотный, любящий свое дело человек. И, наблюдая за его работой, хотелось ему подражать. Когда я перешла в 9 класс, я уже писала сочинение о том, как я хочу быть похожа на своего тренера и выберу профессию учителя физкультуры. Ну, вот, собственно говоря, так и был сделан мой выбор. С тех пор она ни разу не пожалела о сделанном выборе. Окончив школу, поступила в Гродненский техникум физической культуры. Работала тренером в спортивной школе, инструктором ЛФК. Получила и высшее образование. За плечами Елены Романовны Академия физвоспитания. И 30 лет работы в детсаду Обухова. Я пришла в этот детский сад, когда бассейн уже строился. Еще 1,5 года я работала просто руководителем физвоспитания без бассейна. Конечно, сразу первое впечатление у меня было, что я там с ними буду делать, они такие маленькие. Начинать новое дело было непросто, но все приходит с опытом. И знания, как обходиться с самыми маленькими посетителями бассейна, тоже пришли в процессе работы. Конечно, были какие-то, наверное, и промахи в моей работе. Я поняла, что детей нельзя заставить что-то делать. Их можно только заинтересовать, каким-то образом даже, может быть, где-то схитрить. И только тогда они смогут чему-то научиться, когда они сами будут к этому готовы. Сейчас Елена Романовна – гуру в своем деле. Любого ребенка научит главному – не бояться воды и уметь на ней держаться. Нельзя ребенка окунуть в воду сразу, и чтобы он поплыл. Формирование навыка плавания – это длительный процесс. И надо, чтобы ребенок сам освоился в водной среде, понял, что это ему не страшно, что это возможно, что к нему здесь все доброжелательно относятся, и только тогда у него что-то получится. Малыши этой группы в бассейн заходят всего лишь 2-й раз, и это видно. Здесь все еще для них в новинку. И поэтому так важно именно это время и эти моменты, когда интерес к плаванию у них только зарождается. Конечно же, самые маленькие учатся плавать в игровой форме. Для них бассейн не что иное, как еще одна игровая площадка. Для тренера же все гораздо сложнее. Конечно, методы мы применяем разные. Где-то и индивидуальный подход к ребенку. По-разному детки приходят в бассейн. Одни заходят, сами ходят по водичке, других приходится на ручках поносить и где-то опустить только ножку в бассейн. В здоровом теле здоровый дух. Совсем иначе выглядят занятия по плаванию, когда в бассейн приходят дети постарше. Идем, становимся возле фигурки. Прячемся все в воду. Встаем. Поворачиваемся за ванной и идем по кругу. Когда приходишь в бассейн и видишь ребят, которые уже свободно движутся в воде, они пришли первый раз совсем маленькие, кто-то плакал, кто-то боялся, кто-то не хотел войти в воду. К тому, конечно, всегда находила какой-то подход. Может, не с первого раза, может, он и недельку стоял в сторонке и наблюдал за детьми, которые уже охотно шли в воду и играли с игрушками. Теперь же все иначе. Уверенные движения, отсутствие страха перед водой, желание показать все, что умеют. Разница с малышами очевидна. Ребята, сейчас мы будем с вами падать в воду. Ручки вперед поставьте, как на мягкую перинку. Пальчики в воду входят первыми. Падаем все вперед, как на мягкую перинку. Ребята как бы любят посещать занятия. Приходят с интересом, с энтузиазмом.
Ну и мне самой, собственно говоря, нравится это делать. Я люблю свою работу, и поэтому каждый раз готова с ними вместе играть на физкультуре, залезать в воду в бассейне, учить их тому, что знаю и могу сама. Дети постарше, в отличие от малышей, более координированные. Они уже умеют сосредоточиться и способны понять, что хочет от них тренер. Но поиграть в воде, конечно же, тоже не против. Голову в воду прячем! Мы не плывем, мы скользим! Ручки держим впереди, и сзади наши ножки двигаются. Мое педагогическое кредо, скажем так, сделать физкультуру другом мальчишек и девчонок, с которым будет веселее идти по жизни. Вот этого принципа я и придерживаюсь. Каждый день у меня 3 раза в неделю плавание, 2 раза в неделю физкультуры во всех группах, плюс физкультуры на улице, плюс досуги, развлечения. В детском саду я нахожусь с 8 утра и до 6 вечера. А теперь мы с вами делали стрелочку, сейчас сделаем торпеду. Когда работа в радость, когда дело выбрано по душе, все получается, как и задумано. Вот только время летит так быстро, из года в год, встречая новых воспитанников и провожая в школу других, каждый раз приходится все начинать сначала. Но в сентябре, когда приходишь на работу, все начинается сначала. Приходят маленькие ребята, очень жалко тех, которых уже научил, но в то же время и радостно. Приходят малыши, и все повторяется, все начинается сначала. Маленькие дети, маленькие их страхи, маленькие победы, которые каждый день нам приходится преодолевать. Руками ни за что не держимся, только за свой нудл держимся. Ложимся на спинку. И лежим на воде. Внимание! Без преодоления научиться чему-нибудь невозможно. И здесь мало усилий одного педагога, даже если он самый опытный и мудрый. Необходимо не менее важное условие – совместная работа всех – педагога, детей и, конечно же, их родителей. Плавать умеют те, которые посещают занятия плаванием постоянно. Потому что как бы у нас еще не особенно сформировано желание у родителей плавания, я бы так сказала. Они очень оберегают своих деток. Не все детки сразу приходят в бассейн и все, им весело, радостно. Они боятся брызг в лицо некоторые. Кого-то мама напугала, помыв голову дома не так, как ребеночку хотелось. Может, где-то что-то попало в глазки. Есть детки, которые боятся воды. И поэтому это очень такой длительный процесс у нас, привыкание, осваивание в воде. Но к старшей группе у нас как бы дети 80%. Те, которые посещают занятия регулярно, постоянно, они осваивают навыки лежания в воде, держания на воде, ну и простейшие движения. Когда они пойдут в школу, им останется только скоординировать эти движения. Рук, ног, дыхание. Но плавание – сложно-координационное движение, которое дети еще осваивают и в школе. И как каждый родитель, который мечтает, чтобы его ребенок был здоровый, успешный, целеустремленный, мечтает и Елена Романовна, как руководитель физического воспитания, чтобы ее воспитанники продолжали искать себя в разных видах спорта, чтобы вели активный, динамичный образ жизни, развивая свои умения и навыки, становясь гармоничнее, красивее и счастливее. Если кто-то из них продолжит заниматься в каких-то спортивных секциях, неважно каких, плавание или гимнастика, или там борьба, я буду этому только рада, потому что частичка этого заложена, наверное, мной в детском саду.